Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы будем играть в Clash Royale 2 на 2. Ну что же, ребятушки, поехали, посмотрим, до этого мне не везло с напарниками, сейчас глянем, как будут обстоять в этот раз у нас дела. Погнали! Быстрый бой, и ждем. Так, ну что, ребята, у нас кабанья гора, так, отличная вроде бы комбинация. Так, у нас с каждой стороны по корейцу или по китайцу, а я выставляю домик. Посмотрим, к чему это. Ну зачем вот он бочку кинул-то сюда? Ну дурень, а! Вот о чем я вам, ребята, говорил. Так, давайте подрывника. Пускай тут бомбит бомбочками все. Так, отлично, все пока хорошо. Надо вон тот вон домик, ребята, уничтожать в любом случае, как ни крути. Надо его истреблять, иначе он нас заколебает, если честно говоря. Так. Ну давай, мушкетчик, бомби, бомби. Ёлки-палки, нифига он тут волну-то отправил. Ядрить тебя на корень. Сюда бы, конечно, валькия бы хорошо была бы, но ее нету. Так, ладно, смотрите, он и здесь отправляет толпу своих скелетов, гаденыш. Ну что же, вот у меня валькирия, не буду я ее тратить, тут мы, как видите, справились. Ну, а вот интересно будет на это посмотреть, что он на это ответит. Так, ну что, считайте, мы ему две башни сбомбили. Теперь остается только добить. Я, ребят, сейчас выкину голема в бочке. Фу, голема, конечно же, орка. Точнее, гоблинов даже. Все, я бросаю, и я надеюсь, сейчас это будет победа за нами. Так что особо сильно тут переживать не за что. Хотя есть у него, наверное, какой-то маленький шанс, что что-то он сделает. Но я сейчас буду вызывать ребята-великана. Все, великан у меня пошел. Я думаю, что здесь уже точно уже шансов у него никаких нету. Да, ребята, хочет он... Оу, вот все-таки смотри-ка, вызвал кучу скелетов, но... Нет, ребят, к сожалению, у меня ничего не получилось, но его он и робот добивает. Отлично, молодец. Умница, что я могу тебе сказать еще? Так, да-да-да, злись давай. Ну что же, мы с вами получаем короны 3. И, естественно, продолжаем с вами играть. Так, давайте, поехали дальше. Быстрый бой. Ну, вроде бы, как фартануло сейчас везет. Так что, надеюсь, так же и будет дальше у нас все дело происходить. Так, опять со мной какой-то кореец. Ладно, давайте вызывать тогда мы вот так. Слушайте, довольно неплохая комбинация. Ага, вот что он делал. Он использовал фаербол. Ладно, уничтожаем. Блин, если бы я знал, что он уничтожит, я бы не бросал туда бочку зазря, если так на то пошло. Так, значит, некроманшу он вызвал. Хорошо, давайте бомбить некромантов этих маленьких скелетиков. Валькирия здесь сейчас начнет у меня вот так. Ну, все, в принципе, хорошо. Все удачно получается. Хотя бомбермен этот, честно говоря, напрягает. Сейчас-то он у нас люлей и получит. Так, ну что, ребята, не знаю, какой сейчас сделает ход мой напарник. Ага, он вызывает гоблинов, отлично. Так, ага, вот что значит, он вызвал великана. Хорошо, ребята, я тогда выставляю, наверное, еще один домик. Да, с гоблинами. И будем его чисто масухой давить. Если он, конечно, не использует сейчас фаербол какой-нибудь. Но он использует кое-что другое. Он дракона вызвал, который, естественно, тут будет нам сейчас давать дрозда. Ладно, вызываем тогда бомбермена. Но он, наверное, не успеет мне ничего сделать. Хотя нет, лучников вполне взорвал. Ёлки-палки, зря, конечно, надо срочно вызывать валькирию. Все, я вызываю валькирию, ребята. Она сейчас разберется, по идее, с этим некромантом. И дальше у нас, в принципе, все ворота открыты. Что он там стреляет? Зачем-то стрелами. Я так и не понял, для чего это все было сделано. Так, ну вот это, конечно, было с нашей стороны глупо под бомбера выставлять вот этих вот юнитов всех. Ждем, ребята, ждем. Я, наверное, сейчас буду отправлять великана. Черт, и он отправил великана. Ладно, хрен с ним. Так, мы еще тогда бочонок запульнем. Ну что, по идее, в принципе, должны сейчас победить, ребята. А может быть и не победим. Если вот эта сейчас роковая ошибка у нас не вернется для нас с краком. Черт подери, кого-нибудь есть
Есть хоть что-нибудь, что мы можем туда отправить, ребята? Блин, давай, гоблин, вылезай. Ты мне очень сейчас нужен. Фак, успели, успели, ребята. У него накопился фаербол, и он успел его использовать. Фу, а были на волоске от гибели, конечно же. Да, отлично, все сработано было. Ну что же, продолжаем с вами играть. Clash Royale 2 на 2. Поехали. Так, и здесь у нас варварская арена. Смотрите, у него здесь эликсир есть. Ну что ж. Так, кого он сейчас, интересно, думаю, отправит? Наверное, как всегда, обычно кучу скелетиков и великана. Нет, нет, к сожалению, он не то делает. Вот он отправляет великана. Мы спешить пока не будем, ребята. Я знаю, к чему он клонит. В принципе, догадываюсь. Так, отлично. Здесь мы придержим коней. Бомбермена обязательно. Так, надо этого жирного уничтожать. И как можно скорее. Так, вызываем лучниц. Ну, кидай ты бомбу, елки-палки, молодец, умница. Опа-на, вот таких вот я еще, ребята, не видел, честно говоря, воинов. Но нас тут зажимают, ребята, зажимают. И это очень хреново, если честно. Вроде бы справились, ладно, отлично. Так, ну что, гоблины у нас атакуют. Он поставил себе домик, я смотрю, да? Хорошо, я тогда тоже, наверное, поставлю здесь домик. Пускай будет так. Сканер им компасирует. А что это он такое ставить хочет, я не знаю. Первый раз такое вижу, если честно. Ух ты, у него нифига. Такой довольно неплохой у меня напарничек. Он поставил неплохо, он бомбочку-то эту влепил, если честно. Она теперь защищает, да, нашу якобы базу от всяких родов мелких шелупень. И это, в принципе, хорошо. Давайте эту некроманшу сейчас сносим. Так, я вызываю, наверное, лучников. Ага, кидает фаербол. Смотрите, что он делает, а? Вот подлец. Ну и буду, наверное, кидать гоблина в бочки. Он должен уничтожить, по идее, эту башню. Все, отлично. Так, дальше что делаем, ребята? Что это он такой построил? Ага, ладно. И тогда... Нет, 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 нет. Давайте вот так вот некроманшу вызовем. Сейчас он тут начнет. И валькирию. Как раз это будет самое то. И бомбермена еще. Должны, по идее, мы тут справиться. Смотри, что творит, а? Опять вызывает некроманшу. Ну, сейчас мы ее забомбим. В этот момент я отпуляю гоблинцов туда, на его базу. Пускай пока бомбят. Так, отлично. Что теперь? Теперь мы делаем вот так. Ставим домик. Что? Ага, робота. Ясно. Все, в принципе, мне понятно с ним. Так, еще есть, есть, ребята, порох в пороховницах. Я высылаю великана. Давайте тогда будем бомбить бомбами этого великана. Что ж поделаешь, раз он все карты нам взвил. Так, ну, а здесь, естественно, лучников. Так. Давайте-ка уничтожим нафиг вот эту фигню. Она мне мешается, если честно говоря, его на башне это. Так, и все, ребята, победа за нами. Очень даже неплохо все вышло. Спасибо, за что спасибо? Это мы должны говорить. Спасибо за то, что проиграл. Так, ну что, ребят, давайте тогда с вами еще один очередной бой проведем. Так. Ну, будем играть, пока, наверное, не проиграем. У нас арена в джунглях. Колоду я менять не стал. Да мне, в принципе, и не на что, если честно. Так что давайте, я буду ставить домик. Домик поставил я. Так, он вызывает великана, надо его, ребят, прикрыть. Я воу-воу-воу-воу. Естественно, естественно, бомбермена. А здесь, конечно же, лучников обязательно. Потому что это дракон. Вы прекрасно знаете, чем он опасен. Блин, у меня нет стрельбы. Ну что ты там тупишь-то, вызывай хоть кого-нибудь-то. Никого он почему-то не вызывает. Не хочет, видимо, я не знаю,
Что-то у него какая-то очень странная стратегия. Если честно, по большому счету, я вообще не понимаю, что он хочет сделать. Он, видимо, хочет задавить нас массухой, да? Так, посылает гоблинцов своих. Ладно, здесь мы с ними быстренько расправились. Слушайте, я, наверное, буду опять же все-таки ставить домик. Нет, нифига домик не получится. Давайте мы вот так вот сделаем. Валькирия уничтожает всех. И теперь гоблине... Ой, бомбардир. Так, отлично. Забомбил он тут всех. Так, давайте лукарей. Надо уничтожать, уничтожать этих драконов. Блин, ну вот что ты делаешь? Нафиг ты этот домик свой поганый ставишь? Неужели ты не видишь, что... Блин, он отправляет... Нет, он, блин, хернёй какой-то занимается, блин. Ну, блин, ладно, хрен с ним. Может быть, ребята... Может быть, конечно, мы еще как-то тут выстоим. Хотя у меня, честно говоря, большие сомнения по поводу этого. Ну, что вот тут... А, ну, в принципе, нет, нормально, нормально все, извини. Но, тем не менее, у нас уже две... Башни снесено. Это не есть хорошо. Черт бы его побрал, а. Так, давай, Валькирия, выходи. Сейчас мы этого робота тут и чпокнем. Так, теперь я нафиг отправляю бандермана. Как раз вот под эту вот толпу скелетиков. Так, отлично, все вроде бы хорошо. И я думаю, что надо... Что надо-то? Давайте лучше-ка. И надо уничтожать нафиг как можно быстрее эту башню, ребята. Обязательно уничтожать ее. Черт, чуть-чуть буквально не хватило. Ну? Ё-моё, он тут понаправлял-то. Где мой напарник? Чё он спит-то, ёлки-палки? А он фигнёй занимается какой-то. Он занимается просто-напросто чушью. Да, ну вот из-за таких, ребята, мы и проигрываем. Вообще слов у меня нет на него, блин. Какого хера ты, блядь, кидал фаербол? Я не понимаю вот этого вообще. Блядь, вместо того, чтобы выставить себе на охрану, он, блядь, фаербол кидает, блин. Ладно, погнали еще. Это уже вторая проигрышная у нас матч. Какой-то опять, блин, хрен знает, кто со мной, блин. Что ты акаешь-то? Акает он. Давайте сделаем вот так вот. И, естественно, Валькирию сюда. Он додумается лучника такой поставить, елки-палки, на прикрытие-то? Нет? Конечно же нет. Нафиг нам лучники, нам не нужны. Драконы же так по земле ходят у нас. Мы и так с ними справимся. Естественно, блин. Так, ладно, бросаю ее туда, гоблина. Он что творит? Нихера у него раскачана эта молния, блин. Да, да, ребята. Все здесь достаточно кисло. И опять... Ну вот куда вот он его отправляет? Я не понимаю. Нахер ты стрелы-то сейчас тратишь? Больной, блин. Пипец, ну... Да, ребят, короче, я офигею просто. С напарничка со своего, если честно. Какой-то... Я не знаю, как его назвать-то. Нуб. Правда, я сам тут нуб, еще тот. Но извините меня, но чтобы вот так вот пронубить, это... Дорогого, извините, меня стоит. Вроде бы и бойцы у него такие нормальные, да. И надо вот так вот тупить. Ладно, давайте посмотрим, что он сделает в дальнейшем. Просто неохота вот из-за такой глупости, ребят, проигрывать. Если честно, давайте подбивать эту башню. Надоело оно на самом деле. Нет, ну вот он видит, что идет конник на нас. Он, блядь, выбрасывает туда. Ну какого хера ты так делаешь-то? Я не понимаю вот этого вот, а? Нафиг так делать? Жесть, просто жесть, а? Да, эта игра, ребят, знаете сколько? Ё-моё, он еще... Я уже думал, что он сейчас додумается там поставить домик. Хорошо, что он передумал по ходу дела. Нет, он все-таки влепил свой домик, блин, там. Твою ты дивизию, да-да-да-да-да, ребята. Ну вот как вот его назвать, я не знаю. А он, наверное, на меня кричит, блин, да? Чё ты не нападаешь, чё ты там, блин, обороняешься? Да потому что так надо, ёлки-палки. Лучше оборониться лишний раз, потом нападать. А он, наоборот, лезет туда. К тому же я прекрасно вижу, что у него там за карты, блин. Не айс, так сказать, картишки-то. Так, смотрите, что тут делается. А мы сюда вот ведьмишку пошлем.
Так, погоди. Давай-ка вот так вот. Валькирию, пускай... Ага, и он ее прикрыл. Ладно, прикрыл Валькирию, будем высылать гоблинов. Ну, ну хотя бы так, хрен с ним. Лучше уж... Он поставил гоблинов. Ладно, хорошо. С ними мы, я думаю, справимся. Блин, вот мне бы, ребята, если честно, дракончика было бы вообще замечательно. Уж очень я хочу этого дракончика себе получить. Но, как понимаете, у меня его нету. А так он хорош, достаточно хорош. Так, что тут у нас идут? Тут идут лучники. Вызываем тогда некроманшу. Должны, в принципе, забомбить. Но, опять же, преимущество на их стороне. Вот что вот он стоит, ничего не делает. А, ну, он скелетов отправляет под... Ай! Слов нет, блин, нету просто-напросто, ребят. Просто нет слов. Зачем он так делает? Я не пойму, что это за такая тактика-то? А, сейчас, конечно, я не лучше сделал, но тем не менее. Так, ага, он еще и конника тут вызывает. Ладно, мы прикроем амбала. Слушайте, амбал, по идее, такой вообще ватный. Я не знаю, какой вообще от него здесь толк, если честно. Вот мне бы конника вот этого. Было бы, да, замечательно. Но у меня его нету, да. Мы здесь опять, ребята, проигрываем. Все, давит гоблинами своими. У меня тут откат по всем фронтам. Он сейчас с собой фаербол этот взял. Нахрена, только не пойму, блин. Да. Довольно все печально. Смотрите, вдвоем долбят всеми правдами и неправдами. Ну, давай, гоблинцы. Ну, тут, конечно, ребята, мы проиграем в любом случае. Они сейчас забомбят нас, как ни крути. Все. Не фартит, почему-то не фартит. Ну, я вам знаю почему, потому что, извините меня, напарники такие мне достаются. Хотя мы оба тут хороши, но, тем не менее, зачем очень много тупим? Причем по мелочи. Я-то вообще нуб. Я здесь играю-то пару часов, может, от силы. Ну, не пару часов, конечно. Ну, денек поиграл в нее. Ну, уже такие элементарные вещи-то можно соображать. Ну что, он высылает дракошу, да? Ну ладно, давайте мы сделаем вот так. И некроманта. Так, ну, естественно, бомбардира. Как же без него? Без него нам здесь не справиться. Да ну нафиг, чё за хрень? Смотрите, что делает. Ладно, хорошо. Блин, и опять нам сносят башню. Да? Нет, пока не сносят. Так, ладно, я отправляю ребят в Валькирию. Так, он отправляет нас в ту сторону великана. Ладно, хорошо. Я не знаю, если честно говоря, что тут можно сделать, как его прикрыть, но... Вот так вот мы будем делать. Великан есть возможность пробьет. Пробьет все-таки ему базу. Башню эту снесет. Надо прикрывать его. Хотя это бесполезно. Ну, зато снес все-таки. Снес. Хоть здесь все у нас получилось хорошо. Так. Давайте вызывать робота. Бомбардира. Так. Давай, бомбермен, бросай бомбы. Так, все отлично. И начинаем бомбить гоблинцами. В бочке. В принципе, все, ребята. Тут кранты ему. Он прекрасно понял. И, естественно, сейчас даст. Хотя, помните, была такая у нас ситуация, когда мы лопухнулись, причем по-черному. Также думали, что все будет нормально. А, это, наверное, по-моему, в записи у нас не вошло. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Смотри, что делает. Ну, блин. Так, он отправляет великана. Ну, в принципе, тоже неплохой вариант, но... Как вы видите, все очень и очень. Ну, где фаербол? Давай бомберменов, и я брошу тебя сейчас гоблинов. Он, честно говоря, надоел. Все, бросаем гоблинцов. И они уничтожают базу. Ну что ж, победа за нами, ребята. Ух, хоть какой-то, блин, позитив в этом нашелся. Давайте следующий бой с вами проведем. Так, кстати, да, ребят, смотрите.
Вот моя колода в данный момент. Ну, если кто смотрит и разбирается в этой игре, может быть, что-то мне подскажет. И вот в данный момент, который у меня здесь есть. Это гоблины. Вот этот вот, я не знаю, кто это такой. Мини-пека. Мини-пека. Гоблины-копейщики. Ну, фаербол, естественно, стрелы. И рыцарь. Вот, я не знаю. А у меня, как видите, гигант, мушкетер, ну, ведьма. Этот гоблин-бочка. Бомбермен, подрывник, лучница, короче, валькирия и хижина гоблина. Не знаю, может быть, хижину гоблина можно заменить на рыцаря. В общем, ребят, если кто в курсе, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду всякие пробовать разные, так сказать, комбинации. Ну, а сейчас давайте сделаем еще с вами один бой. Так, что у нас тут? Арена в джунглях? Хорошо. Но вот зачем он берет вот этот эликсир? Я не понимаю. У меня его нету, правда? Но я ума не приложу. Нет, не буду я сейчас высылать домик ставить. Так, он высылает пеку, значит. Ты смотри, с чего он начал, а? Довольно круто. Круто. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. И бомбермена, естественно. Пускай он уничтожает всю эту толпу. Так, отлично. Вроде бы как защищаем наши владения. Не очень, конечно, хорошо получается, но тем не менее. Так, а сейчас я думаю, что стоит сюда. Оу! Щит! Великана вызвал, ребята. И я так понимаю, что он там вызывает? Пек. Ладно, а мы вызываем тогда ведьму в помощь. Надо его уничтожить как можно быстрее. Так, и я отправляю туда гоблина. Пускай они пока займутся башней. Ну что ж, довольно пока вроде бы неплохо. Ну, как вы знаете, все может быть обманчиво. Зачем он так сделал, я ума не положу. Давай, бомбермен. Бомби. Так, черт подери. Оу, щит, есть у кого стрелы, ребята, есть стрелы у кого? Что ты делаешь? А, ну, в принципе, нормально. Хоть как-то они задержали. Так, ладно, мы вызываем мушкетчика. Оу, он отправляет великана. Что ж, довольно неплохо. Неплохая задумка. В принципе, можно было бы и мне, наверное, выслать. Так, сделаем. Ёлки-палки, мы потеряли. Мы потеряли с вами. Сами видите, что мы потеряли. Я отправляю туда точку. Может быть, конечно, сглупил. А может быть и нет, ребята. Так, и давайте уничтожать вот этих вот всех охламонов. Давай, бомбер, бомби. Так, отлично. Валькирию тоже надо уничтожать обязательно. Так, что же, нам осталось, ребята, только лишь продержаться. Это наша сейчас основная цель. Но он, смотрите, что вытворяет. Ладно, тогда мы сделаем бочку туда. Пускай гоблины немножко нервы-то компенсируют. Слушайте, даже чересчур они ему прокомпенсировали, что наша победа. Да-да-да, психуй там. Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч.